Здорово, пирожочки, с вами Старпер и Heavy Rain. Так, Шарлин. Думаете, это надолго? Нет, он скоро закончит. Кто он? Можно надеть свои чудачки. Так. Ох, нифига себе. Я железный человек. Серьезно? Серьезно, мне срочно нужны эти очки, эта перчатка. Ну и что? Копы в шоке. Ладно, ладно, не будем смущать копов. А то они охренеют от такого поворота. Шарлин, слушай, может, ты поторопишь кого бы там ни было? Что делать-то? Ладно, давайте еще. А нет. Я ухожу, Шарлин. Отчеты просмотрю позже. Отмените все мои встречи на сегодня. Ладно. А, капитан, агент Норман Джейден из ФБР ждет вас. Джейден, конечно, мы вас давно ждем. Да. Честно говоря, я спешу. Может, пойдете со мной? Поговорим по пути. Да, конечно. Я хотел представиться, прежде чем приступать к работе, но... Может, лучше в другой нет, раз? Нет, лучше сейчас. Правда, у меня пресс-конференция. И так каждое утро. Поверьте, устаешь думать каждый день, что им сказать. К счастью, сегодня новости есть. Вы уже видели Блейка? Да, сегодня утром. У него свои методы, но он хороший коп. Уверен, вы поладите. Вы умеете завязывать галстук? Конечно. Может быть. Честно говоря, нам не очень-то нужна помощь ФБР, но пресса так и наседает. Дело мастера оригами в самом деле становится проблемой национального масштаба. В этой стране сотни убийц, но знаете ли, этот маньяк-оригинал оставляет цветы и оригами эти. Пойди пойми, как пронюхала пресса, на нас словно свет клином сошелся. Мое дело отыскать убийцу. При всем уважении, сэр, остальное меня не касается. Нет. Ну что вы. Я жду, что вы добьетесь успеха и очень быстро. Пресса жаждет результатов, и надо подать их на блюдечке с голубой каемочкой. Неплохо. Спасибо. А, и Шарлин может показать вам ваш кабинет. Советую также заглянуть на пресс-конференцию. Она даст вам представление, какая у нас тут обстановка. Спасибо, сэр. Добро пожаловать, Джейден. Спасибо еще раз, сэр. Ну что, пойдемте сначала на присуху сходим. Ой, не туда, подождите, а как на присуху-то попасть? Не понял. Куда он ушел?
Блин, почему нельзя было везде вот такую камеру сделать, которая следит за персонажем? И мыслей никаких нет. Блин, а где присуха-то? Hello. Да, разговор двух телепатов. Не буду вмешиваться, так и быть. Ладно, пойдемте к Шарлин сходим. Может быть, сначала нужно узнать про кабинет. Отличные часы. Мы дарим такие часы новым лейтенантам. Последние 20 лет всем, получившим повышение. Позволяет экономить время, и все бывают рады подарку. Вы тоже можете внести свой вклад. Нам немного не хватает. Да, изи. Передайте Ларе мои поздравления. Непременно, сэр. Где мой кабинет? Капитан сказал, вы отведете меня в мой кабинет. Да, конечно. Идемте. Куда она ушла? А, во. Так, что-то чую я, мой кабинет будет... Не очень. Да. Это мой кабинет? Вас велели отвезти сюда. Если что, обращайтесь. Ну, вот сучка. Кабинет просто так, пипец. Пора поработать. Пора. Ну, приступим. Так, что тут можно смотреть? Ничего. Мысли тоже нет. Видимо, надо сесть, чтобы мысли появились в голове. Так, и в чем? Что ты хочешь сделать? Перестановочка. Я понял. Ну да, зачем тебе комп, когда у тебя волшебные чудачки? Шаг первый. Сменить кабинет. Ну? Так, и что? Ну, давайте это. Хо-хо. Мое почтение. Технологиям. Ну все, мне нравится. Можно? Можно, пожалуйста, оставить как есть? Так, ну все, как выйти? Открыть, выбрать, сбросить. Все нормально. Так, зацепки. Следы шин. Давайте рассмотрим. Исследовать. Вероятно, машина убийцы Chevrolet Malibu 8.3. Хорошо, анализ. Так, нету геоанализа. Нет данных для анализа области. Окей. Давайте дальше. Ни отпечатков, ничего. Ни единой зацепки. В городе один такой магазин. Как удобно. Съездим туда, значит.
при первом удобном случае. Распространенный вид. Никакого толку. На всякий случай. Самые обыкновенные орхидеи. Их полно в любом магазине. Значит, поедем насчет бумаги, узнаем. Так, окружение, досье, досье. Так, жертвы оригами. Так, жертвы мастера оригами. Мастер оригами, принцип работы. Давайте начнем с принципов работы. Все тот же ритуал. Оригами в ладони, орхидея на груди. Всех жертв находили примерно через 6 часов после смерти. Значит, убийца топил их не сразу, через несколько дней. Допросили 3500 человек. Больше сотни подозреваемых. И ни единой зацепки. Круто. Дальше. А, стойте. Я могу исследовать? Убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решителен. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике. Да, блин, до хрена кто подходит. Анализируем, давайте. Нет данных для анализа области действия, окей. Так, дальше тогда. Жертвы. 8 жертв за 3 года. Мальчики. 9-13 лет. Ни следа насилия. Жертвы пропадают в общественных местах средь бела дня. Ни одного свидетеля. Жертв находят через 3-5 дней. Утонувшими. В дождевой воде. Походу, есть 3-5 дней, чтобы найти Шона. Область действия убийцы велика. Он быстро осмелел и удалился от базы. Искать его таким образом бесполезно. Понял, принял. Поехали в магазин. Ну, начинается. Ну вот, началось. Надо пойти умыться. Ну, пойдем умоемся. Или можешь заширяться той синей хренью, которая у тебя в ампуле. Иначе я могу потерять сознание. Спокойно. Спокойно, я смогу. Я обойдусь и без этого. Выход. Триптокаин или что там было написано? Трясущаяся хрень не помогает. С вами все в порядке, сэр? Нет. Вообще не в порядке. Где там толкан? Никто. Никто не должен увидеть. Серьезно? Давай. Так, тут у нас наркоша. Зашибись.
О, это главный герой. Нет, подождите, вот главный герой. Бр, накололи меня. Это лейтенант Блейк, мистер Марс. Расскажите, что произошло. Сегодня днем мы с моим сыном пошли гулять в парк. Мы немного поиграли. Он решил прокатиться на карусели. Сел на одну из деревянных лошадок. Я на секунду отвернулся. А Шона уже нет. Во сколько именно вы пришли в парк? Попробуйте вспомнить точно, мистер Марс. Каждая мелочь имеет значение. Приблизительно в... 16:45? Без четверти пять, наверное, точно не скажу. Во что сегодня был одет ваш сын? На нем была куртка. Зеленая, бежевая, бежевая. Бежевая. И еще штаны. Штаны зеленые. Зеленые. Как Шон умудрился пропасть у вас из-под носа? Разве вы не были рядом с каруселью? Ну, типа... Я решил немного прогуляться по парку. Всего пару минут. Когда я вернулся, карусель уже остановилась, а Шон пропал. Вы были в парке сразу после школы. О пропаже сообщили в 8:45. Почему так поздно к нам обратились? Запаниковал. Я сам не знаю. Я был в панике, не знал, что делать. У Шона не было никаких проблем, мистер Марс. Таких, чтобы сбежать из дома. Да, были. Шон чувствительный мальчик. В последнее время у нас были очень сложные отношения. Не было проблем в школе? Или постоянных ссор между родителями? Нет. Нет. Особых ссор не было. Ладно. Больше вопросов у меня нет. Вы свободны, серьезно? Мистер Марс. Мы будем продолжать поиски Шона. Серьезно? Если возникнут вопросы, вам позвонят. Серьезно это все? Мог это быть мастер оригами? Слушайте, скорее всего, он просто сбежал и через пару часов вернется. А что, если это все-таки он? Тогда у нас есть 4 дня на поиски. Поддержал, так поддержал. Спасибо большое. Что-нибудь известно? Нет, пока нет. Но поиски продолжаются. Они думают, это мастер оригами? Пока рано об этом говорить. Но полностью исключить нельзя. Что стряслось, Итан? Как можно было его потерять? Как ты вообще мог отвернуться? Неужели это настолько сложно присмотреть за ребенком в парке? Зачем ты ушел, Итан? Куда? Мало тебе одного Джейсона. Но это нечестно и несправедливо. Извини. Случайно сорвалось. Я так волнуюсь. Я не вынесу.
Вторник, время 21.52, количество осадков 35 миллиметров. Смена персонажа, судя по всему. А, это наш пончик. Здрасте. Доброго вечера, сэр. Так. Курить он бросил. Ну, есть не бросил, так что пойдемте за пельмешами. Вообще там пюрешечка была, кстати говоря. Ну-ка, ну-ка. Ни хрена. А, мне на выход, что ли, или что? Мне в магазине что-то надо, или мне надо... На выход, я не понимаю. Бухло, бухло, бухло. Тихо. Так, акцент почему-то на верхние этажи, либо на дождь, я так и не понял. Что вам угодно, сэр? Поговорить. Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Я расследую дело мастера оригами. У меня есть пара вопросов. Мой сын уже мертв, мистер Шелби. Мне нечего добавить. Так, спасти Шона. А откуда он знает про Шона? Убийца похитил еще одну жертву. Такого же мальчика. Как ваш сын Реза. У нас 4 дня, прежде чем еще одно тело найдут на пустыре. Никто не беспокоился о моем сыне. Я прошу вас, уходите, сэр. Да ты мудак. Настоять. Вы можете спасти жизни других людей. Я не сумел спасти жизнь собственного сына. Я не вижу, как бы я мог спасти других людей. О, а у вас есть Винталин? Заодно уж. Хоть, по крайней мере, с пустыми руками не уйду. Идите до конца и направо. Спасибо. Может, тебе табло разбить, эгоист сраный? Откуда этот чел Скотт узнал про Шона? Типа, сколько там время было? 21 с копейками? Может, у него типа кто-то... Блин, да давай. Угу. Наверное, кто-то из копов типа сливает инфу. Он же бывший коп, наверное, если он детектив или нет. Ну, хотя связи хоть какие-то должны быть, по идее. Добрый вечер, сэр. В полицейском участке. Я могу вам чем-нибудь и помочь? Гони сюда выручку. И не смей рыпаться. Открывай кассу, ублюдок. Бабло на прилавок. Серьезно? Второй раз? А ну открывай гребаную кассу. Такой же прием будет использоваться. Вы не вправе лишать меня этих денег, заработанных честным трудом. Я не отдам их. Ты что сказал? Ты вообще охренел, козел? Ты не догоняешь? Сейчас получишь чертову пулю промеж глаз! Ты не будешь борзеть! Не оборачивайся! Ограбить, сэр. Эти... Все? Это было изи. Тысяча благодарностей. Не знаю, что случилось бы, не будь вас здесь. Тебя бы убили. Хоть не зря время потратил. До свидания. Винталин. Когда мой сын Реза пропал, мне пришло письмо с багажной квитанцией. В ячейке лежала коробка. Я не понял, что это значит. Но думаю, что это было послание от того, кто лишил меня сына. Можно? Ну, давайте посмотрим, что же в коробочке. Это оригами ящерка. Прошу, возьмите коробку, раз это может вам как-то помочь. Я не сумел спасти Резу. Но, может, вы сможете спасти другого мальчика?
Мистер Шелби. Я было поверил, что в этом мире ни от кого нельзя ждать добра. Теперь вижу, что ошибался. Ну, хоть копам позвони, дебилушка. А куда пушка делась, кстати? Я забрал ее? А реально ты будешь стоять и все, курить бамбук, у тебя тело на полу валяется. Алло, оно не будет довольно, когда придет в себя. Среда, время 2.44, количество осадков 40 миллиметров. А ты кто? Ну, помимо того, что ты дамочка с неплохой фигурой. Так, что тут у нас? Время посмотрели. Телевизор офнули. Можно и встать. Так. Управление перешло ко мне, и я, пожалуй, блин, не дают, короче, повернуть ее задом к камере. Что ж, ну душ-то надо принять, правильно? Пец пьяным лучше в этой квартире не жить, я отвечаю. Где душ? Нужно срочно отыскать душ. Так, это у нас спальня с гардеробом. Так, а что там по душу-то? Ну, чтобы видно было лучше с улицы, что внутри происходит, логично. Ну, квартирка тоже прикольная. С этим спорить сложно. Единственное, я бы какие-нибудь все-таки жалюзи повесил или типа того. Или шторочки хотя бы, потому что вон из тех окон напротив. Может на тебя пялиться слишком дохера любопытных глаз. Хотя, если цель была именно в этом, ну там, эксгибиционизм, все дела, то тогда, конечно, проблем никаких. Так, а где душ в этих хоромах? Наверное, там. Чё? Что нет? Где мысли? И мысли нет в голове, не понял. А, или это выход из квартиры? Тогда, конечно, нет. Тогда так не стоит идти. Может быть, там, за красной дверью? Да, похоже на то. Блин, аж три души, ни хрена себе. Ага. О, блин, придется цензурить. Вы этого, конечно, не видите, потому что я все зацензурил, но грудь там норм. Завидуйте. Так, вверх-вниз подергали. И еще. Почему-то не появляются другие действия, просто. Ну, вроде все, вроде здесь все обтер. Так, теперь одеваемся.
Блин, очень-очень странная, если честно, ванная комната. Здесь все на таблетосах каких-то сидят или что, я не понимаю. Здоровые люди есть? Или нет? Так, здесь разобрались. Подождите, тут что? Ну, надо было это сделать до душа, но я не отыскал туалет раньше, чем стоило бы. Сорян, сорян. У меня такое ощущение, что она сидела в трусах. Не знаю, ли это глиографена был или самоцензура. Ну, что-то такое произошло сейчас странное. Так, ну, вроде я здесь все сделал. Больше ничего не могу. Окей, тогда на выход. Я не понимаю, кто я и что от меня хотят. Мыслей никаких у нее тоже нет, но, возможно, сейчас завибрирует геймпад и что? А, кто-то прокрался ко мне. Налет на холодильник, фриджрайдеры. Будем отбиваться пультом от телевизора или нет? Может быть, пушка где-то есть? Холодильник сам не мог открыться. Ага. Ну, пипец. Что началось? Здесь кто-то есть. Да серьезно? Кто-то проник в квартиру. Да ладно. Телефон на столе. Позвать на помощь. Дверь. Другого выхода нет. Надо попробовать до нее добраться. В смысле? Так, взломщик. Они ворвались, пока я спала. Спокойствие. Спокойней, Мэдди. Я сумею остаться в живых. Мне что, убегать, что ли? Парадная дверь. Другого выхода нет. Надо попробовать до нее добраться. На себя. Да, черт. Мочи его! Да мочи его, господи! Закрепляй успех! Давай еще с ноги по шарабанам! А, их двое, вот блин! Или не двое, а где первый? Блин, ну как я мог успеть микс нажать-то? Это Игрик был! Я за кого играю вообще? Майк Тайсон Мув. Перегрызи ему горло. О, в телеком втащи, блин. Ну, пипец. О, о! Да ладно.
Да ладно. Интересно, только вот я вообще можно было пройти или нет? Потому что там буквально на доли секунды кнопки появлялись. Она появлялась, я видел, что появилась какая-то кнопка, но я даже не успевал понять, какая она. Впрочем, ладно, пирожочки, на этом я буду заканчивать. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на мой канал, если хотите. С вами был Старпёр. Всем счастливо.